Разогнись. И теперь ножки ближе друг к другу, параллельно. Помочь тебе? Ага, смогла сама. Молодец. Ну, я тебе хочу сказать, с первого дня ты так хорошо сразу начала кататься. Это почему ты тут так хорошо катаешься с первого дня? Скажешь пару слов? Я не знаю. Может, потому что ты физически крепкая? Может, потому что занимаешься спортом? Ну, конечно, но если у тебя тело готово к физическим нагрузкам, если ты держишь хорошо равновесие, значит, но ты не думаешь, что умеешь кататься. Ты кататься не можешь уметь с первого раза. Аккуратно, сильно не разгоняйся. Все, накаталась? Ну тогда прощайся. Всем пока. Пока-пока.